бесплатная страховка для семей с малым доходом. Но если так образно, если сейчас можно вот до сюда дорабатывать, ну, зарабатывать, чтобы получить бесплатно, теперь на 38% этот потолок подняли. То есть гораздо больше людей с большим доходом получит бесплатную медицинскую страховку. Второе, что установил закон. Теперь люди, у которых больше, чем эта новая планка, могут купить страховку со скидкой. Причем скидки фантастические. Я до сих пор не могу в это поверить. И планка, до которой можно получать скидки, тоже фантастическая. Например, на семью из 5 человек, муж, жена, 3 детей. Планка, до которой будут помогать вам покупать страховку, то есть давать страховку со скидкой, 110 тысяч в год. Это очень высокая сумма. Теперь что делать? Если у вас, что делать? Если у вас есть страховка от работодателя, ничего делать не надо. Если у вас есть пенсионная страховка или бесплатная страховка, ничего делать не надо. Если у вас нет страховки, первое, значит, Oregon Health Plan разослал 250 тысяч писем с ускоренной анкетой регистрации на Oregon Health Plan. Если вы получили такую, обязательно ее заполните. Вы автоматически получите, значит, они уже определили там по каким-то, или потому что вы фудстемпы получаете, или по другим признакам, они уже определили, что вы подходите под бесплатную социальную страховку. Заполните эту анкету, отошлите ее, и у вас будет страховка. Теперь для тех, у кого нет страховки, или у кого есть уже индивидуальная страховка, кто уже купил ее. Значит, вот что можно сделать. Значит, я назову сейчас сумму годового дохода на семью, состоящую из определенного количества членов. Если доход вашей семьи ниже указанной суммы, вы подходите под бесплатное страхование. И в фойе есть анкеты, Анна вам поможет ее заполнить и будет с вами работать. Если у вас доход выше указанной суммы, то вы можете рассчитывать на хорошие скидки. То там же в фойе есть вот такая анкета, моя личная анкета. Тут фамилия, имя, отчество, дальше меня это не пойдет. Телефон, сколько человек в семье, сколько детей, чтобы я позвонил. Я позвоню к вам, и мы назначим личную встречу и определим на этой встрече уровень субсидий или уровень помощи, на который вы можете рассчитывать, и подберем вам планку. Сразу же заполняйте, отдавайте мне. Если вы знаете кого-то других родственников, друзей, возьмите ее с собой и звоните ко мне. Значит, я называю цифры. Значит, на семью из одного человека 115, я буду округлять, 15 800. То есть, если у вас меньше чем 15 800, вы должны заполнить анкету, и вы попадаете под бесплатную медицинскую страховку и в Орегоне, и в Вашингтоне одинаково. Семья из двух человек 21 400. Семья из трех человек 26 900. Семья из четырех человек 32 500. Семья из пяти человек 38 000. То есть если у вас меньше, чем 38 тысяч, на бесплатно. Если больше, на страховку. Сейчас я это скажу. Спасибо, что вы спросили. Если у вас больше, чем эта цифра, вы попадаете в ту категорию людей, которые могут получить страховку с большой скидкой. Вопрос, грязными или чистыми? Те, кто работает на зарплату, это грязными. Почти грязными, я не буду сдаваться. У кого свой бизнес, это чистыми. То есть вот такая вот структура здесь. Дальше. На семью из 6 человек 43 600. На семью из 7 человек 49 000. На семью из 8 54 700. На семью из 9 60 000. Ну, вот, пожалуй, и все.
Спасибо за внимание. Вы уж меня простите, если я что-то не до конца высказал. Я и Анна будем сейчас там. Значит, если у вас доход меньше этой цифры, Анна вам поможет. Если больше, я вам помогу. Спасибо за внимание.